Вот такая амброзия еще безвредна. Более опасно растение тогда, когда расцветает. Для того, чтобы извлечь ее самостоятельно, желательно, конечно же, использовать перчатки. Но вот уже цветущую амброзию желательно закапывать, ну а лучше сжигать в специально отведенном для этого месте. Более продвинутую альтернативу по уничтожению растения аллергена предлагает горзелентрест. Начиная с прошлого года, все очаги произрастания амброзии в Одессе обрабатывают безопасным для окружающих биопрепаратом, известным как бишофит или стоп-амброзия. Вот прошло там 5-7 минут, и уже видно эффективность действия препарата. То есть растение себя уже чувствует неуютно, его начинают крутить. Через 2 недели по стеблю оно дойдет до корневой системы, погибнет даже и корневая система. И то есть на этом участке можно спать спокойно. Сейчас амброзия проходит этап бутонирования, то есть пока еще не цветет. Но уже в конце июля и особенно в августе растение начнет производить пыльцу. И именно эти невидимые частицы могут провоцировать кашель, чихание, зуд в глазах и даже бронхиальную астму. Если вовремя не обратить на это внимание, то есть риск, что симптомы станут хроническими. Поэтому в этот период лучше воздержаться от прогулок или длительного пребывания вблизи кустов сорняка. Другое дело, что разглядеть их среди буйной уличной растительности довольно сложно. Если мы говорим о профилактике, да, это максимальная защита от проникновения аллергена на наши дыхательные пути. Не появляться в солнечные безветренные дни на воздухе, стараться защитить свое жилище. Если вы приходите с улицы, обязательно нужно принимать душ, при этом не просто душ, обязательно вымыть волосы, одежду спрятать, верхнюю одежду спрятать, шкаф как можно плотнее герметично закрыть для того, чтобы не было аллергена, проводить влажную уборку в помещении, конечно же, пользоваться лучше по назначению врача, но тем не менее антигистаминными средствами, противоаллергическими средствами. Амброзию завезли в наш регион из Северной Америки как кормовую культуру, но совсем скоро для большинства населения растение стало острым аллергеном. Война с ним затянулась, и пока амброзия сильнее доблестных коммунальщиков. Ради поднятия боевого духа в Одессе запустили специальную интерактивную карту. На ней есть цветные отметки. Уже очищенные участки обозначены зеленым и оранжевым, где амброзия еще растет, красным, а места, где активисты собираются удалить сорняк, синим. Анастасия Пивоварчук, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».